По горным дорогам уже через пару дней стартует пресс-тур для журналистов и блогеров. С 5 по 8 ноября представители масс-медиа из разных регионов России посетят места, связанные с жизнью Расула Гамзатова. За 5 дней участники познакомятся с достопримечательностями Дагестана, побывают в Хунзахе, Гунибе и Дербенте. Гости посетят музей республики, отправятся на родину поэта и побывают на Гунибской гидроэлектростанции. Организаторами пресс-тура выступает наш телеканал РГВК «Дагестан» и агентство информации и печати. Я очень рада, что благодаря этому пресс-туру к нам приедут много классных ребят. Это журналисты, блогеры, что они познакомятся поближе с творчеством Расула Гамзатова. Я считаю, что сейчас особенно очень важно поддерживать позитивный имидж республики. Я думаю, что благодаря этому пресс-туру нам это все удастся.